Всем приветики. Купила себе внешний жесткий диск, внешний SSD. Только что прибыл он ко мне. Правда, коробочка такая немножко вот, как будто она где-то валялась на улице. Он как будто бы или падала куда-то. Такое ощущение, что она куда-то падала в какую-то лужу. Такое грязное пятно какое-то. Там видно вон капли такие засохшие. Капли просто, ну, видно как бы такое. То есть вся такая упаковочка, как будто вон капли такие черные. Как будто она реально в лужу упала куда-то. Потому что дождь, он же не будет такой черный. Ну и капли черные. И это немножко неприятно. Вот Samsung Portable T5, 500 гигабайт, Windows, Mac, Android. Здесь такая информация. Дата изготовления 28 декабря, а сейчас 2 февраля. То есть всего, можно сказать, 2 месяца назад изготовили только. USB 3.1, здесь гигабайт скорость. Защита паролем поддерживается. Вот. Есть какие-то параметры, которые немножко заклеены бумажкой. Там на английском, а здесь, кстати, на русском. И на бумажке написано, что при где там в случае расхождения информации, то информация на наклейке считать приоритетной. Вот. И самое интересное, что изготовитель Корея, ну то есть Samsung Electronic Korea, то есть получается он оригинальный, что ли? То есть не Китай, там не ничего, а именно Корея. Потому что, ну, Samsung, это же в оригинале изготавливается в Корее. То есть изготовили в Корее, потом импортировали в Россию, но дальше он уже ко мне приехал. То есть, правда, здесь какой-то фокус плохо ловит. Не очень, честно говоря. Текс. Да, долго я, конечно же, коробку показываю, это да, но просто что-то мне странно, что фокус, как-то раньше он лучше чуть-чуть ловил, камера, что ли, портится. Вот. Так, ну а дальше открываем, здесь такая штучка. Есть еще такие ножки, самое интересное, здесь ножки тут подвесить можно, то есть он так, в принципе, стоять может. Ну, а по идее дальше. Открываем. Ой, как не люблю вот это. Оно обычно мнется все. Ой, запах сразу такой пластмассы. Сразу отсюда пластмассой такой пахнет. Прям я открыл уже сразу. Хоть я и за камерой нахожусь, а все равно сразу такой запах чувствуется. Так. Здесь что, в принципе? Ну, довольно-таки он, можно сказать, неплохо так. В принципе, от боковых ударов он защищен, если даже он где-то падал, от верхних, от нижних. А вот если так падает, ну там, в принципе, да, она не достает до него, если так падает. А вот если так падает, то он удары получает. А оно, судя по всей видимости, так оно куда-то упало. Ну, короче, странно. Ну, он вроде как, я не знаю, такое ощущение, что падал. Надеюсь, что это не повлияет никак на его работу. Прикольно, тут изначально такой типа, ну, корпусик с крышечкой такой. Так, как его достать? Кстати, мой первый SSD. А он довольно-таки крепко сидит. Прям серьезно так зажат. Ой, он холодный. Прям очень холодный. Samsung Portable SSD T5. Блин, он такой маленький. Вот буквально вот на пальце. Ну, то есть, вот сколько мой палец сантиметров. Он просто как палец. Реально. И толщина. Ну, то есть, он реально маленький, такой классный. И в этой вот маленькой коробочке, которая помещается в руку, 500 гигабайт. А может быть и терабайт. Но терабайт дороговато стоит. Здесь получается.
USB Type-C, по-моему, подключение, как оно там правильно называется. Есть какая-то вон видна точечка, видимо, лампочка. Угу. Модель такая-то. 5 вольт, 0,8 ампер. Samsung. Ну, блин, он такой приятный на самом деле. На вид. Такой маленький, такой приятненький. Ну и все, и там подключается. Ну вот провод. Провода, видимо. Блин, как же он так все приятно сделан на самом деле. Эта штучка довольно-таки такая твердая. Прям такой металл. Ну, не металл, а пластмасска такая твердая. То есть, блин, оно так классно сделано, на самом деле, мне так прям нравится. Ну, он такой маленький, такой качественненький, кажется. Здесь все так упаковано, так все такое вот. Блин, я не знаю, мне кажется, что класс. Мне Samsung всегда нравился. И телефоны у меня когда были. Ну, правда, здесь я ничего не пойму, конечно же. И телефоны, когда у меня были самсунговские, я прям радовался. Так, а где там английский? Правда, ничего не понятно, конечно же. Так. Ну все, здесь больше ничего нету. Один кабель идет, получается, Type-C, с Type-C на Type-C, или что это такое? Ну, в общем, он на двух концах одинаковый. Что с одной стороны, что с другой. То есть, видимо, можно его подключить сюда и в телефон. Там же написано Android. Есть же Android с таким разъемом. То есть, можно один ставить сюда, а другой в Android. А другой для компьютера. То есть, один в жесткий диск и в компьютер. И на USB 3.0. То есть, все варианты подключения. То есть, два кабеля в комплекте. Правда, я не знаю, какой вот меня что для компьютера интересует, в принципе. Стяжка для проводов. Ну, сантиметров 50, может быть, каких-нибудь. В принципе, нормально. Так, а вот с этим мы так и не разобрались, что это такое. Ну, здесь довольно-таки большая инструкция, она... О, а здесь и русский есть. Австралия, English. Украинский, о, русский. Инструкция по началу работы с накопителем Samsung T5. Комплект поставки. USB кабель с интерфейсом CEA. Просто установите программное обеспечение. Дополнительно можете найти там. В общем, либо на нем будет программное обеспечение, либо можно будет скачать с сайта. И там самое интересное, что, как они написали, защита паролем, это круто. Технические характеристики, емкость 200 миллиардов байт. А какая у меня версия, модель? Так, модель 500. Вот она, 500 миллиардов байт. Можно записать, да. Емкость. Определенная часть объема памяти может быть занята системными файлами, поэтому доступный пользователь объем памяти может быть меньше указанного. Максимальная скорость передачи 540 миллиардов. Вон, блин, вот в байтах что-то непонятно на самом деле. Вес 51 грамм, 2 триллиона байт. Чего? Они еще вес в байтах измеряют? Что-то жестко как-то. Так, ну а дальше? Ну, в принципе, это все, наверное, да? А нет, внимание. Гарантия сохранности данных. Никаких условий, типа гарантии на сохранение данных не дается. Удары с ускорением более 1500 G или падение высоты более 2 метров могут привести. То есть, если высота более 2 метров, может привести к постоянной потере данных или нарушению работы. А если менее 2, да, то ничего не будет. Написано более 2, а если менее, то ничего не будет. Ну, это, кстати, и в описании писали, там, где покупка, что, ну, не боится падения до
То есть с метра может спокойно типа падать. Ну, короче, такая вот инструкция. Вот. Ну, а дальше надо будет его пробовать. Пока что он холодненький, пускай немножко, ну, погреется. А дальше... Ну, он, на самом деле, такой приятненький на вид. Такой шершавенький такой. Матовый такой, блестящий. Блин. У меня, кстати, никогда не было SSD-шки. Это моя первая. Мне нравится. Надо еще будет для ПК купить. Это внешний, а я хочу еще внутренний купить. Тоже на 500. На 500 гигабайт. Ну вот. Такая вот покупочка. Надеюсь, будет... будет хорошо работать. Ну и я думаю, мне понравится. Она мне уже нравится на вид как бы. Да и вообще Samsung, по идее, качественные вещи делает. Тем более, если, как там написано, его реально изготовили в Корее, то он должен хорошо работать. То есть, получается, это оригинал. Вот. Как-то так. Ну, на этом все. Всем покедова.